Если Маккейн еще жив, нужно найти его. Якуб, что это за сигнал? Не знаю. Ложная надежда для лузеров, которые не хотят смириться с этим дерьмом. Но теперь это наше задание. Так что встретимся в гараже. В баках пусто. Нет воды. Не осталось. Правда, Рейнер Хор? Да. Ну и к черту. Врача! Смотри, сколько хочешь. Только ничего не сломай. Ого! Не трогать! Бисти Бойс на виниле. А. Их на земле-то было не достать. Откуда ты знаешь? Это долгая история. Ты коллекционер? Ну, кто-то же должен. А то остальные уже готовы все забыть. Но откуда? Тут все это. Когда мы покидали землю, каждому разрешили взять по коробке вещей. Людям теперь весь этот мусор не нужен. А мне нужен. Это наша история. Кем мы были. Что потеряли. Мой маленький музей Земли. Я принимаю пожертвования. Боже. Еще с чернилами. Как? Ну, я ж говорю, это долгая история. Спасибо. Без памяти о прошлом будущее стоит мало. Если найдешь что-нибудь, что угодно с земли, сразу приноси мне. Я поищу. Не забудь поискать каких-нибудь сокровищ для моих полок. Кто-то должен спасти наше наследие, пока есть что спасать. Налей нормального. Плохо, если не можешь написать. Эй, Шира, мне тут надо по делам на территорию гонщиков. Что скажешь про их лидера? Брехуна. Он подонок. Грабит слабых. Его люди идут за ним исключительно из страха. И почему ты ему это позволяешь? Он прочно окопался в глубине перевала. Я уже занята одной войной. Вторая мне не по карману. Правда, Рейнер Поннер? Кажется, да, с гончими пора покончить. Как, кстати, я зашел. Не могу тебя пропустить. Такие рассказывают. Если б не здание, война, сколько бы мы могли прожить? Заведение, 40, где танцуют голышом. Не верю. Чем бы я занимал? Убежище гонщик. Брехун должен быть где-то тут. Похоже, тот засранец, убивший Чана, не соврал насчет гонщика.
Отвали! Не отдам ее! Кого? Девчонку? Да я не за ней. Ты брехун. Мы знакомы. Мистер Чан шлет привет. Да хорош, ты чё? Я даже договорить не успел. Слишком много болтаешь. Знаешь, так и было задумано. Спасибо за спасение. Ну вот опять. Я здесь не ради тебя. Говоришь, мистер Чан в порядке? Мм. Гады! Мало того, что эти чертовы мятежники нам покоя не дают. Достали уже. Так еще и эти бандюки никак не уймутся. Да, все как всегда. Жизнь почти не изменилась. Эй, ты молодец. Он нас больше не потревожит. И я не пострадала. Кстати, я Ева. У меня прилавок в городе. Загляни ко мне как-нибудь. Этот брехун был подонком, так что все будут только рады. Я рада, что убийца мистера Чана мертв. Надо же, надеялась тебя снова увидеть. Ну, благодаря тебе этот день стал на 2,5% лучше. Ну чё, мистера Чана теперь нет, а мне все еще нужна снайпер. Ну, на все товары я сделаю тебе скидку. Другие жалуются, что я демпингую. Ага, неудачник. Увидишь Гудман, передай, не буду платить ей процент. Я рада, что убийца мистера Чан убил. Почему в живых остался только ты? Думаешь, я рвался исследовать эту планету после того, что случилось? Нахер! В жопу этот значок! Да я не сильно-то и хотел быть первопроходцем. Что случилось с остальными? Никто из первопроходцев не выжил? Да тебе с первого ряда все это дерьмо было видно. Почти все погибли в первый же день. Осталось всего пару десятков, и они свое дело сделали. Исследовали все. А? Жизнью заплатили за информацию о том, что мы застряли во всратой долине. Широ, я в эпицентре взрыва. Здесь все обрушилось. Я сомневаюсь, что Маккейн выжил.
Почему стало так тихо? Эй, Шира, это чего тут такое? Тут ходит какой-то здоровяк. Потише, первопроходец. Не привлекай его внимания. Он убивает людей сотнями. Даже алиумы его сторонятся. Здесь чисто! Копайте! Почти выбрались! Держись, помогу! Стой! Стой! Не стреляй! Мы с тобой должны быть заодно! Держу! Лейтенант Маккейн, все хорошо? Порядок! Спасибо тебе, солдат! Не за что. Так, спасем моих людей. Черт, серьезно? Это война! Чего? Надо было обняться! И за каким хреном я вообще стараюсь? Скорее бы наши разведчики нашли хоть какие-нибудь следы. Я сейчас занята. Что нужно? Лейтенант мертв. Скажи мне, что он погиб как герой. Конечно. Можешь и дальше так думать. Охеренным он был героем. Что бы он ни сделал, это война, первопроходец. Нужно прощать, пока не победим. Ты уверена, что еще стоит побеждать? Стоим. Шевелись! Здесь отдыхают лишь мертвые. Не опять Дубровский себя превзошел. О! Ты что, поддерживал мой грузовик на ходу все эти годы? Только без бортового помощника и графеновых клеток. Всего-то 20 бутылок водки, и можно ехать на чем угодно. Ха. На дизеле, скипидаре, да хоть на картошке, если была эта картошка. А музон все еще работает? Музон? Босс, никакой электроники. Ни музла, ничего. Но грузовик на ходу. Так, док где-то у той радиовышки на холме. Но развалины там кишат этими ублюдками и патрулями мятежников, на которых охотятся мутанты. Погоди, ну-ка поподробнее про этих мутантов. Эй! Я буду на крыше, охранять вас сверху. Удачи! Эй, эта штука атомный реактор Флорес, да? Из-за этой печки полгорода превратилось в радиоактивные руины. Значит, все пошло не по плану. Аномалия? Она била по реактору, а потом бах, и нет энергии. И у вас еще оставались люди в криосне? Ага, большинство.
Зак пришлось выбирать, дать им умереть во сне или разбудить всех и поселить в недостроенном городе без еды и воды. Людей сгоняли за стены, тем самым обрекая их на голодную смерть. Но они стали сопротивляться. Вот почему мятежники зовут себя изгнанниками. Именно. Здесь полно мятежников. Придется разобраться. Нужно время, чтобы привыкнуть к этому.
записи. Интересно. Первопроходец, а ты правда с Земли? Как там было? Ты представить себе не можешь. Мое поколение. Мы знали, что Земля обречена. Мы убивали, чтобы выжить и получить место на Флорес. Да, были славные моменты, но они были как десерт перед казнью. Тут записи. Вижу радиовышку. Захеди нигде нет. Я думаю, его держат в здании недалеко от башни. Так, к тебе идет группа мятежников. Нас засекли. Что-то написано. Здесь так тихо. Назад! Я убью его! Уймись! Не подходи! Кишки ему выпущу! Назад! Этот человек умирает! Ты кто? Меня прислала Шира Гутман. Сказала, ты заинтересуешься. Это чистота! Но как и откуда ты... Джейн, ты ранена! Ерунда! Чемодан в порядке? Грузовик угнали. Ах ты, сукин сын! Стой! Нет! Стой, постой! Эй! Слушай, послушай. Я попробую остановить кровь, но ты должен сказать мне, где мой грузовик. Я спасу тебя.
Обещаешь? Да. Старый город. С рекой. Так, док, назад. Стой, нет, 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 нет. Я же дал ему слово. Он не может жить, он много знает. Нет, не надо убивать. Мы узнали, что нужно. Джейн! Нет! Поднимай ее и неси в мой грузовик. Нет, найди грузовик Дока. Это важнее меня. Куда важнее. Там чемодан, под бензобаком. Принеси его мне. Держись, Джейн. Держись. Слушай меня. Ясно? Джейн, держи. По канатке спустишься в трущобы. Там будет река. Грузовик на другом берегу. Джейн, только не...